люди мои дорогие, обещала начинает выполнять. Примерка моих покупок, да, которые мне погрели душу, тепло сейчас, и подняли так, ну, взбодрили, скажем, меня на каком-то этапе. Абсолютно такие вот, ну, базовая футболка, базовые какие-то штаны, базовые джинсы, да. Я, кстати, сейчас попробую, примерю со своим жакетом, Ален там с чем-то, да, и вы скажете, можно так или не можно так. Хорошо? Ну, смотрите, вот эта базовая футболка. Это все куплено в магазине Коллинз. Турецкий, да? Вот эти вот штанишечки. Смотрите, какие они хорошие. Отойду сейчас подальше. Они все вот с высокой посадкой. Вот здесь вот карманчики. Что мне вот, что больше всего понравилось. Можно там вот так вот сделать, да, там как-нибудь. Можно заправить. Все что угодно. Длина у них. Ну, чуть выше вот этой шишечки на ногах, прям замечательно легкие, то что состав все покажу позже. Была полоска и тоньше, и другой расцветки, и шире, тоньше, там и синее, и бежевое. В общем, короче, размер оказался, который мне подходит. Мне размер, вот именно вот этой расцветки, понимаете? Это какой-то 46 размер. 46 размер, футболка 46-48, она абсолютно базовая. Но вот такого качества, прямо, знаете, не из Модиса. Вот все-таки вот не этот вот Кыргызстан, или как он, Туркменистан, да. Все, не этого, качество совсем другое у этой футболки. Базовой чисто белой у меня не было, поэтому я, вернее, есть, она тут опять с карманчиком, с каким-то спайками, хотела просто базовую, к этим полосатым штанам, ну, согласитесь, просто вот нужна базовая белая вот такая вещь. Это летний, вы знаете, летний вариант, вот, что я люблю, надела и побежала, легко, все дышит. Платье, юбки я особо не предпочитаю, потому что у меня скоростной ритм жизни. А, так, сейчас я примерю. Вот смотрю, вот с этим жакетом. Мне вот он лежит, я вот все вот не знаю, с чем мне его носить. Вот купишь вещь, бывает, да, вещь отличная. Здесь лен в хорошем магазине купленный. Вот смотрите, не будет ли слишком много опять полоски, да? Ну, конечно, если сейчас я жакет надеваю, то нужно будет заправить вот таким образом футболку, чтобы пропорции сохранить, чтобы не было, казалось, коротких ног. Нужно вот, чтобы вот здесь вот талия, то есть подчеркивалась. Ну, вот как-то вот так. Либо топик коротенький, да, вот смотрите, вот тут полоска, что хочу вас спросить, да, а здесь полоска, переизбыток полоски, вот на мой взгляд. В общем, напишите, девчонки, мне нужен ваш комментарий, ваш совет. А так жакет прям, конечно, я хотела, искала вот однотонные сюда штанишки, светленькие какие-нибудь такие, ну что-то не нашла, и как всегда взяла. Так, ладно, раздеваемся. И третья моя покупка, никак не так уж много, другого плана. Опять штаны, но джинсы. Сейчас переоденусь, включусь. Все той же, с той же базовой белой футболкой. Вот такие джинсы. Взяла вот сумочку сюда, но напрашивается вот как бы коричневая сумочка. И обувь нужна сюда, вот, на мой взгляд, белая. Уже вот это вот оно вот, абсолютно. Вот. А, ну нет у меня белой обуви. Опять, видите, вопрос такой. Нужно купить какую-то белую летнюю обувь. Типа летних таких кроссовок или еще там чего-то. И вот смотрите, вот здесь вот, а вот это вот, вот это вот, вот это вот все, да. Здесь еще вот этот вот сердечко, что-то какая-то F. Это тоже турецкие брюки, джинсы. Я не могу, девчонки, сказать, в каком магазине, потому что вот я вот из Коллинз вышла. И вот раз, и меня, знаете, что там привлекло на манекене? Манекены же они же ставят, они же не дают проходить мимо манекены. И на манекене был надет розовый катоновый костюм, то есть была джинсовая такая катоновая пудрового цвета курточка, ну вот она, наверное, до талии, вот так вот, а может и ниже, ну не знаю, там я же не мерила, и такие же розовые штанишки, сшиты они защипами, как-то такие, ну не широкие сильно, а вот в меру бананчики,
Ну, наверное, скорее всего, точно так же, как вот и эти, но с защипами. Не как джинсы, без карманов, без всего. То есть такой спортивно-классический какой-то вот на каждый день. Но такого красивого пудрового цвета. Стоил он, чтобы его купить, 6, ну, 6 вместе, вот 6 с лишним, 6 там... 500, что ли, тысяч, я не помню сколько. Ну, вот 6 тысяч прозвучало, а сколько там, я не помню уже. И я эти джинсы уже, ну, увидела, представляю, как купила вот эти вот светлые. Потом говорю, что, пойдем сдадим, возьмем вот эти. Мне говорят, лучше-то вот эти взяла джинсы бы сразу. Они, знаете, очень легкие, очень легкие. И чем они сейчас ходить? В них и летом можно ходить. Длина, конечно же, намного выше. Вот щиколотки, вот видно вам, смотрите, да, вот видите. Ну, это ближе как летний вариант, но они очень, очень, ну, невесомые абсолютно. Футболку я, конечно, уже эту сюда заправила, потому что просто они высокие по талии. У них двойная вот эта внутренняя пуговица, здесь пуговица, застежка на молнии. Все прекрасно, нигде ничего не тянет, не стягивает. Как я сколько этих там этих перемерил, что если на талии на высокой, то пуговицу никак не захнешь. Боже мой, да что же такая жирная, что в талии стала там. Ну такие лекалы. А вот это прям герметурецкие лекалы всех джинс мне вот идеально подходят. И вот кто бы что ни говорил, катон турецкий. Я не могу сказать, что это плохой. Но, конечно же, это не Levi's. Зашла я и в Levi's, девочки. Цены, во! Я потом скажу, сколько эти стоят. В два с половиной раза дороже. И вот именно тонкого вот такого катона. Я хотела тонкий уже катон. Такого не... И цвет, видите, серенький. Мне очень не понравились, очень. Я вот даже не знаю, может прикинуть... с этим жакетом, все-таки джинсы не полосатые, штаны не полосатые уже, да. Вот, смотрите, кстати, подскажите мне. Может быть, вот такой вариант. Он же удлиненный, он, видите, какой. Его даже не значит жакет, может, с леггинсами лучше носить. Я вообще с черными этими своими такими в оптигон брючками его носила, но сейчас как-то в оптигон уже не хочется носить. Может, какие-то, не знаю, хлопковые штаны купить к нему светленькие. В общем, вот так, смотрите. Как вот с теми штанами, то есть вопрос я вам задаю, да? А вот с этими вот штанишками, вот этот жакет в прохладный летний день, да? Вот сейчас приложим, если с вами опять. Вот так вот, да? Вот. А либо можно и с джинсами носить. В общем, смотрите. Комментируйте, рекомендуйте. В общем, я у вас спросила, и вы, пожалуйста, уж мне ответьте. Хорошо? Так, сейчас по ценам я просто близко буду покажу, разложу все на диване, буду близко показывать. Ну, нравится мне. Ремешок, конечно, я хочу заметить. Хотя у нас он мягкий стал, же не кожаный, да? Ну, пусть носится, он, в принципе, так гнется, мягенький. Я со временем куплю уже кожаные именно в тон, чтобы вот этой фигни было. Скажите, опять вот позавесилась. Ну, слабость моя. Ну, без этой цепочки, ну, согласитесь, но это уже не то же. Не то. И обязательно белая обувь, мне так кажется. Напишите, правильно я думаю, что сюда нужна белая обувь? Жду ваши комментарии. А сейчас давайте по ценам пробежимся. А вы знаете, что я вру-то? Я же 4 вещи-то купила, да? Ну, давайте начнем вот с этой. Вот я же купила все-таки вот эту рубаху, девчат. Она меня покорила не столь ценой, вот этой вот ценой, да, 600 рублей. Она покорила меня вот качеством ткани. Чье производство? Так, ну давайте, ну Китай здесь написано, Китай. Ну, он вот этот вот золото, там оно все считается, оно все Китай, оно есть, золото, темочка. И я ее, знаете, взяла, тоже опять как бы сверху надевать, вниз топик беленький, и вот ее как бы сверху. Там в прохладный день можно и заправлять, можно и без топика. В общем, вещь такая вот должна быть на лето, должна быть в гардеробе. Футболочка, да, это в Коллинз, вот он магазин Коллинз. Элечка, оказывается, на ней написано, я думала, эмочка, Элечка. А стоила она
Вот, ну 590 рублей, тоже 600 рублей. Качество очень хорошее. Посмотрите, все как обработано. А, значит, страна-производитель. Если кто тут все сомневается, да. Так, я тут плохо вижу через камеру. Вот, город Стамбул, Турецкая Республика. Коллинз. Ну, все знают, что Коллинз это турецкий магазин. Джинсы. Ну вот смотрите, вот это марка. Не знаю, что это за марка, честно говоря, не знаю. Вот такая застежка. Видите, у него вот здесь пуговичка, да. Вот здесь пуговичка. Единственное, что меня смущает, что пуговичка, не клепка. Не будет ли отрываться. Ну хотя, а мне не туго в талии, думаю, не будет отрываться. Очень тонкая, очень. Цена, девочки, цена. Цена. Где она? Размер, вот он, да. Указано. Я сказала, мне 46 дайте. Вот. 3700. Турция. 46. Вот он размер. Вот, да? Вот здесь вот на калашине, видите? Вот так вот отстрочечка. Все аккуратно. Ой, ну все. Ну, смотрите, вот само качество. Видите, вот видите, я вымну. Очень тонкий катон. Очень тонкий. Так, здесь-то мы состав с вами на футболке, да, кого интересует. Ну вот, считайте состав. Хлопок. Вот еще бамбук вот этот. Ну, в общем, вот. Хлопок, короче, вот. Хлопок. А здесь, ну, здесь, я не знаю, состав будет ли он, не будет. Где-то его искать, не будем на этом останавливаться. Вот этот вот ремешок. Ну, вот все-таки он жестковат как-то, жестковат. И вот эти брюки тоже в Коллинз я купила. Вот в Коллинз. Эмочка, футболка, эльчика, брюки эмочка, да, все время наоборот было. Вот цена, ну, 2000. А производство, город Стамбул, вот, и здесь Стамбул, и тут Турецкая Республика. Вот эмочка, на резиночке, карманчики, девчонки, вот бесподобное качество. Ой, конечно, поехав в Турцию, все это можно купить дешевле в два, то и больше раза. Понимаете, но что поделаешь, поехать никуда сейчас невозможно, тем более ее прикрыли нам, я все повторяюсь, да, возмущаюсь вообще, нас просто почему возмущаются, у нас из Волгограда была открыта одна Турция, и как бы на осень можно было бы еще запланировать поездку, но неизвестно, что будут ли какие цены. Сумку поставила, то есть, в принципе, вот с этой сумкой можно с любым, да, вот с этими штанами, с этими штанами. Вот даже вовсе не обязательно что-то коричневое опять тратится покупать. Но есть у меня такая коричневатая маленькая сумочка, знаете, ну, конечно, совсем не по цвету, но хочется собрать. Но то, что белую обувь надо, это 100%. Белая футболка, нужна белая обувь. И вообще на лето мне нужна белая обувь, потому что у меня одни чоботы износились, я их уже на работе ношу, переобуваюсь, то есть в них там работаю. А вот свеженького нету, стильненького, модненького. В общем, девчонки, вот такие мои были покупки. Как вам? И, пожалуйста, напишите мне, что с чем вот этот жакет у меня лежит опять. Опять я говорю, чтобы вы не забыли, если кто-то проматывает, да, с чем лучше его, с джинсами его, с такими. Либо можно ли полоску вот такую с этой полоской совмещать. Вот, меня просто смущает вот это. Мне кажется, очень, что как-то рябенько, что ли, все. В общем, либо опровергните мои мысли, что я, ну, ошибаюсь, либо скажите, да, Свет, ты права. В общем, я послушаю к любому вашему мнению. Я очень дорожу вашим, потому что девчонки у меня вообще молодцы на канале. Всегда все ставят. Написали, вот, Свет, тут тебе не надо вот этот вот кристаллы Сваровских. Все, блин, все, я уже не ношу. Как бы я уже на это не смотрю, на эти какие-то прям вот такие вещи. Спасибо вам. Ну, как бы и по возрасту, мне кажется, всю жизнь не надо. Но рубашка вообще, конечно, супер. Супер. Девочки, ну все, я это снимаю как бы там набегом, экспромтом. Сейчас просто дома жарко, я накинула халат, уж переоделась. Думаю, что там, все в стирку запустила. Сейчас ухожу, убегаю к себе в офис. Спасибо, что были со мной. Спасибо за внимание. Спасибо за ваши искренние комментарии, за ваши искренние пожелания. Я хочу отдельно сказать вам большое спасибо, кто сочувствовал вместе со мной, за маму переживал. Маму сейчас выписали из больницы, но давай
давление, как бы так, приписали новые лекарства, но она мне, как всегда, на воина, она уже в огород, она уже там насадила морковки вчера, все, сегодня мне звонит, говорит, привезите мне, пожалуйста, купите мне невской картошки. Сорт называется невская картошка, я пусть хотя бы в ведро, чтобы посадить, вот. То есть мама меня боится вот такой. Я, наверное, тоже у нее. Я на месте не посижу. Все, спасибо вам. Не забывайте ставить лайки и заглядывать. Хоть изредка на мой канал, потому что многим из вас уведомления от меня не приходят. Пока-пока.